Ой, господи, блядь, их там два! Кто вы такие? Волки? Это волки? Это волки, господи! Так, теперь прыжок. Оп. Да ну-ну! Так, осторожно. Ёбаный рот! В смысле? В смысле? Ах ты тварь, блядь. Сейчас я дробовик. Вот на тебя я возьму дробовик, не пожалею. Что ты сейчас за косу схватишь? Спасибо. Ага. Схватил. Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в Tomb Raider, первую как раз часть. Закончили на львах, и погнали. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Вот ты посмотри на его клыки, это же жесть. Он загрызет и не подавится. Тут по-любому должны быть... Я знаешь, что заметил? Я постоянно ищу здесь какие-то секреты. Постоянно, абсолютно. Почему-то, не знаю, у меня какой-то то ли фетиш на секреты, то ли я с ума схожу. Так, это, я так полагаю, нужно куда-то двигать, да? Угу, хорошо. Кстати, в прошлой части, если будет муть цветокоррекции, то в этой все должно быть очень-очень хорошо. Я поковырял драйвера. Так что все должно быть нормально. Так, куда нам идти? То есть это что-то должно двигаться, да? Это уже пошли какие-то загадки. Хорошо. А тут будет что-нибудь? У меня сколько вообще аптечек? Сколько всего? Одна. Четыре больших. Так, еще дробовик есть. Ну хорошо, что с нами все это переходит. А ты нажимаешься, нет? Нет, не нажимается. Так, ну получается, у нас только то место есть. Смотри, мы можем запрыгнуть сюда. Можем запрыгнуть сюда. Дальше мы не запрыгнем. Ой, там что-то есть? А, это глаза у него светятся. Жесть. Почему? Он что, Бэтмен? Давай попробуем двинуть. Туда. Должна нажаться кнопка, да? И что? И что? Я же туда не допрыгну, в любом случае. Тихо. А, туда мне прыгнуть. Как же плохо это видно. Опа, не получилось. Значит, не туда. Значит, не туда. Я просто никуда не допрыгнул, если так подумать. Так, иди сюда. Потом развернись. И побежали с разбега. Ох, нет. А прикинь, все-таки туда, просто я очень коряво управляю ей. Ладно, давай попробуем следующую толкать. Может быть, это нам поможет сообразить. Ну, ты что так кряхтишь сильно? Давай следующую. А то это мы и так тут... Вот, открылась дверь. Та дверь-то не открылась. Значит, нам туда пока не надо. Лара, давай быстрее, пожалуйста. Не занимай ни свое, ни мое время. Нет! О, ясно. Кто это? Кто это? Обезьянка, обезьянка, обезьянка. О, ясно, блядь. Как кувыркаться, как кувыркаться? Целься в обезьян, целься в обезьян. Какие вы живучие обезьянки! Сейчас убьют меня обезьянки! Убьют меня обезьянки, сказал, блядь! О, господи! Я начинаю кричать, начинаю паниковать.
А после такого, я думаю, что нам нужно сохраниться. Сохранить. Вот здесь, пожалуйста. Вот это, конечно, обезьяны дают. Блять, какая громкая музыка. А тут есть нас... Тут же настройка-то хер есть. Управление. Звук. Вот. Так, а что из них музыка? Вот это? Ага. Во, а вот это пусть будет побольше. Ладно, давай вот так. Отличные минималистичные настройки, я считаю. Которых больше и не надо. Так, но обезьяны очень жесткие. То есть на обезьян нужно брать... Это не волки. Нужно брать дробовик тогда на них. Что открылось? Не хотите мне показать? Выход? Так, открылся выход, окей. А что там наверху? Наверху что-то есть? Ничего. Абсолютно. Да хоть бы что-то положили, аптечку. Главное, до этого аптечки на каждом углу раскидывали. Сейчас перестали. Это нечестно. Ух. Давай. Хватайся. И мы откроем теперь что? Еще мартыха. Где мартыха? Так, ясно. Ясно. 7 патронов берем. Вон она вылезла. Ты целишься? До свидания, мартышка. И что, она откуда-то пришла? Да хватит ухать. Откуда ты пришла? Сверху просто приползла, ладно. Так, и что? Ну я опустил. Там что-то изменилось? Опа! Так, тихо. Нужны пистолеты. Потому что ты человек. Ты где, блядь? Почему ты в него не стреляешь? Что? Это босс? Что это за херня? Иди сюда, пидорас. Куда ты побежал? Что происходит? Иди сюда, сука. Впритык, блядь, в него стреляем? Что за магия? Куда ты делся, чушпан? Алло. Ты издеваешься? Что за гудини? Как ты испарился, блядь, в воздухе? Так, ну она на него не фиксируется. Куда? Куда мужик делся? Он мне потратил половину жизни и убежал. Он просто испарился, серьезно. Может, он сюда убежал? Я его не вижу. Ладно, допустим. Допустим, он убежал. А, может быть, я могу вот так сделать? Нет. Я тебе говорю, я так понял, что у нас будет по одному уровню за миссию, потому что это невозможно выполнить быстро. Мы, наверное, не запрыгнем. Давай попытаемся. Да не, должны, слушай, должны. А ты чё не прыгаешь? Опа! А хвататься кто будет? Я за тебя сам буду хвататься. Я же нажимаю все, что положено. А может ты раньше руки начнешь поднимать, нет? Не думала, что так можно делать. Опа! Ну? По красоте. Опа! Отлично. А вон и двери открылись, кстати. Так, аккуратно. Я сейчас предлагаю, как обычно, у нас это заведено, сохраниться. Ну, нахер. Так, опа.
не совсем понял, зачем ввели вообще этого мужика. Ничего себе. А как это я должен сделать? Ну так, типа, да? А что? Я не запрыгнул. Все, мы проиграли. Я не запрыгну сюда. Я так не смогу сделать. Это что за приколы? Это как? Это мне нужно вот сюда прям подойти. Как это работает-то? Ой, почти схватился. Я почти схватился. У нас жизни, блядь, кончились. Большая аптечка. Так. Ой, спиной. Ой-ой-ой, блядь. Это было больно. Так, а тут нельзя никуда больше пойти? Да никуда нельзя. Никуда. А нам точно туда. Так, опа. Опа. Блядь, да что ты будешь делать? Бедная Лара. Как ты там оказалась? Куда ты прыгаешь? Ух. А я не могу забраться сюда просто? Типа, ну, по-человечески, нет? Нет, она так не заберется. Но мы можем. Да, смотри, я, короче, понял. Вот так. Она начинает скатываться, а мы должны хвататься. Понял? Вот так. Так, оп. Оп. Да не, какого хера ты задом-то это делаешь? А, может быть мне тогда... Может быть мне не задом это... Типа, она скатывается, да? Вот, каким-то таким волшебным, чудесным образом это должно сработать. Но, видимо, у меня не получится. Так, ну мы тут сохранились. Я предлагаю сейчас спрыгнуть вниз. О, смотри, там что-то есть. Аптечка. Опа. Проебался. Ладно, давай, раз мы тут. Я еще... я ее не могу двигать? А я ее смогу на себя... А как я ее на себя буду тянуть? Ты можешь на себя это тянуть? Она тянет на себя! Ты сумасшедшая! Нет, давай еще. Давай попробуем на ту кнопку-то поставить. Вдруг что-то изменится. Да нет, нифига. Так же все открыто. Ладно, толкай туда. Очень плохо, все. Мы не прошли, потому что я не понимаю этого управления. Оно очень тяжелое и... Вообще, что... Как туда можно... Я логику-то понимаю, как запрыгнуть. Но я понимаю, что у нас не получится. Потому что... Не все так просто, как может показаться. Так, я подхожу. Опа, запрыгнули. Так. Теперь я подхожу сюда. Опа, запрыгнули. Взял аптечку. Большую причем. Пригодится. Сохраняемся, потому что до этой аптечки мы дошли. Ничего себе, это вообще какое-то достижение. Теперь. Можно прыгнуть туда. Но на кой хер? А может быть нам туда и надо, блядь. Давай, короче, я прыгаю сюда. Супер. Супер. Теперь, короче, прыгаем сюда. Потом прыгаем сюда. Потом сюда. И потом... Сюда. Шикарно.
Возможно, мы по-человечески там поднимемся и просто вниз спустимся. И нам не нужно вот эти вот... Так. Так, подожди. А на... Зачем это? Мы же просто спустимся, куда нам и надо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа, крокодил, здравствуйте. Крокодил. Крокодил. Привет. Крокодил! Крокодил, блядь! Вылези! Сука, вылези! Вылези, там крокодил! О-о-о. Стреляй нахуй его! А ты можешь вернуться? Зря я, наверное, это сделал. Крокодил! Так, крокодил плывет. Крокодил плывет. Крокодил плывет. О, молодцы. Молодцы. Это достойно сохранения, я считаю. Не каждый может так завалить крокодила. Это было, конечно, очень неожиданно. Так, я опускаю. Е. Твою мать, что это опять за звуки? Обезьяны. Конченые. Вылазь оттуда. Кто там есть? Я никого не вижу. А, мы слили водичку. А, ну и крокодил бы тут помер бы. Это как-то открывается что-то, нет? Так. А правильно ли я сделал вообще дело? Вот как будто нам еще туда надо, но там не поднимешься. Так. Тут кто-то есть? А там что-то лежит внизу, я вижу. Так, сейчас посмотрим. Так. Так, 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 смотри. Что у нас есть? Нам нужно спуститься, видимо, вниз и не расшибиться. Значит, нам сюда. Есть какая-то дверь. Если есть какая-то дверь. Ага, она не работает. Так, я здесь сохраняюсь, чтобы мы опять не бежали от крокодила в случае смерти. Сохранение, все правильно. Так, нам сюда. Опа. Тихо. Дробовик здесь не нужен. Ты их будешь смотреть на них, блядь, или что? Ебать, Лара. Скукожилась. Я как знал. Я как знал. Ее убили летучие мыши. Ты представляешь? Глянь, их как много. Так, значит, мы... Жалко, здесь нельзя прицеливаться. Еще будут? Я же вижу, что вы там есть. Тут еще хочется быстро-быстро стрелять. А когда пытаешься быстро стрелять, она вот эту, видишь, творит дичь. И это не прикольно вообще ни разу. Так, значит, мы можем пойти вон туда. Потихонечку спускаться. Значится. Так, вот они, следующие. Откуда? Видимо, убили. Пойдет. А, тут что? Мышь ебанутая. Где ты? Я ее не вижу. Опа, проебал. А мы можем подняться наверх теперь-то? О, ясно, ясно. Почему вас так-так много? Я не понимаю. Вот она еще одна.
Так, если я встану сюда. О, нифига себе. Все, я мастер игры. Так, мы вот так делаем. Опа. Таямба. Дверь от... Тор. Дверь открылась. К Тору, хорошо. Так, вот что это за место? Понятно. Я подхожу сюда. Аккуратно. Прыгаю. Далеко. Подхожу еще к... Нет. Как бы так подойти? Еще, наверное, чуть-чуть. Все. Давай. Еще чуть-чуть. Она вниз провалится. Ладно. Молодец. Давай так. Сложными путями. Так, там я ничего не вижу. Где-то что-то должно быть. Я помню, я видел. Где-то какой-то дробовик, что ли. А, аптечка. Да твою мать. Вот это, что за кнопка, за рычажок? Дамоклес. Ага, ох, тихо, тихо. Так, как же тяжело, очень тяжело на самом деле. Еще постараться не сдохнуть. Это дорогого стоит. Давай, опа. Так. Так. Я, короче, сохранюсь. Я это буду делать часто. Давай. Мы берем вот так. Да ёб твою мать, ты будешь жать пробел, мразь. Прыжок, оп, схватилось. Нет, не получилось. Все, на краю стоит. Все, давай, схватилось, молодец. Сейчас все соберемся. Просто еще так жарко. На улице жарко. Ноутбук огнем горит, блять, тоже жарко. Так, опа. Все, тихо. Теперь мы разбегаемся и туда. Опа. Что за место? Бесполезное. Понятно. Так, значится. А, вон, глянь, сколько мышей-то летучих. Это что? Атлас. У нас это закрыто. А там кто наверху? Нептун. Он тоже закрыт. У нас только Тор и Дамоклас открыты. Так, хорошо. Ебануться. Ты видел, как она летит? Ага. Так, нам туда не нужно. Значит, мы спрыгиваем просто сюда вниз. Аккуратненько. Предлагаю, что мы можем взять аптечку. Да почему ты не прыгаешь? Только смертей я еще не видел. Давай. У меня уже рука затекла, Лара. Так. Аккуратно. Просто надо зажимать пробел, когда бежишь. С ней это не работает. Возьми аптечку. Она тебе очень пригодится. Все. Отлично. Так, теперь мы, значит, бежим. Вот сюда. Вот они. Все сдохли. Все сдохли. Так, теперь... что у нас еще есть? Какие места у нас есть? Просто спускаться вниз. Это очень длинный уровень будет. Мы его, наверное, за одну серию не пройдем, кстати. Где еще? Все, успокоилось? Так, ну вас нахер. Какой кошмар. Какой кошмар. Господи, я не могу. Так, дальше что? Дальше сюда. Вот так, опа. Есть, отлично. Аккуратно, Лара, пожалуйста, смотри под ноги. Не... Это что, Дамоклас? Вот он у нас открыт. И Тор открыт, вот к Тору мы пришли. Значит, сохраняемся у Тора. Сохранился у Тора. Ёб твою мать, что я сделал? Загрузился, да? Так. Блять, я перезаписал сохранение, господи, да ты ебанутый, сука, да как так-то, а? А, господи, загрузить. Вот эту. Ай, зачем делать такое похожее все? Ладно, побежали. Тут хотя бы недалеко.
А то будет как в той серии. Это ж кошмар был. Я так столько перепроходил, блядь. Давай, давай, поднимайся, а то нас сожрут сейчас. Летучие мыши вон снизу. Или они сверху. Вот, приземлилась. Так. Погнали. Сюда. Оббегаем, оббегаем. И тут максимально, аккуратненько, сука, сохраниться. Настройки. Это загрузить. Вот это сохранить. Все. Взял, мне загрузил. Где-то будут бить молнии. Я видел достижение. Ёб твою мать. Чтоб один раз только молния ударила. Ёб твою мать. В смысле? В смысле? Загрузить. А, да, сюда. Подожди, в смысле? А сколько у меня жизней? Ну, у меня аптечка нужна. Ебать, меня шарахнуло. Ну я... Что это? Что это? Молот! Молот, вы чё издеваетесь? Чтоб он по мне ударил? Ой, бляха! Я смог! Тихо! Я не понимаю, что произошло. Но я, во-первых, сохранюсь. Так-то загрузить, это сохранить. То есть у нас в любом случае молния. Видишь, Лара не умеет нормально ворачиваться. Ее в любом случае ёбнет молния. А, мы же это можем двигать, да? Ух. На молот мы точно не запрыгнем. Нам двигать туда, чтобы мы поднялись наверх. Хера себе, в натуре Тор. И молот, и молнии. Все сразу. Жесть. Это же просто жесть. А, все, мы пришли. А, залезь. Пожалуйста. Какой кошмар, какой кошмар. Посмотри, огромный молоток. Я еще умудрился с него увернуться. Чтоб не сдохнуть. И зачем? И нам на него? Опа, тихо. А, вон туда. Окей. Я уже потихонечку начинаю соображать. Подожди. Мне уже плевать на эти секреты. Я понимаю, что мы с тобой их вообще все не соберем. Это нужно вообще досконально знать игру. Чтобы понимать, где в каком-то моменте можно было спрятать что-то. Оно чуть-чуть может отличаться цветом. То есть там столько этих всяких нюансов, что, ну, там реально очень тяжело. То есть мы с тобой, может быть, это все поделаем, если за это дают там достижение. А, о. Есть шанс, что мы это сможем когда-то все собрать. Я здесь сохранюсь, потому что вижу, что здесь жесткий прыжок. Сохранить. Теперь мы... Прыгаем. Опа. Нифига. Нифига. Уровень. Ты понял? Это уровень. Так, что-то взяли. Что это? Дудка? Что это? Ключ. От Нептуна? А, это Тор, блядь. Ну, может быть, ты Тор. Это же еще вышло до Марвел, да? Опа. Получилось. Жесть, получилось. Ёб твою мать. А молнии еще будут херачить? Давай я, короче, сохранюсь. Чтобы я не тратил сейчас лишние... Загрузить, ага, нет, хера. А, чтобы я не тратил лишние аптечки. Ага, сука, бьет. Иди ты нахер. Он меня нашел. Он меня просто нашел. Как можно пройти без аптечки? Я не получил достижение. Он меня ёбнул 3 раза. Кто опять? Где эта тварь, блядь, стреляет по мне?
Где ты, сучий потрох? Откуда ты стреляешь? Что за издевательство? Подскажите мне, пожалуйста. Я ж тебя, сукан, порешаю, блять, как увижу. Вон он бегает внизу. Ах ты чучело, блять. Сейчас, подожди, я к тебе спущусь. Сейчас я придумаю, как это сделать. Я к тебе спущусь, сука. Так. Ебать. Не так я хотел к тебе спуститься. Не так. Не так абсолютно. А я не сохранился, да? Блять. Эх ты. Так, так, тихо, тихо, тихо. Все, бежим, блять. Ай, бляха, зацепила меня. Так, аптечечку используем. Все, мы тут, на свежем воздухе. Я теперь сохраняюсь. Ну и херам эту шелупонь. Фу, господи, давай, сохраняй. Меня сейчас будет стрелять этот мразь. Я сейчас к нему быстро спущусь. Где ты? Падаль. Боишься, сука? Мне нужно вон туда попасть. Опа, вот так. Сейчас потратим жизни. Ничего страшного, ничего страшного, блядь. Тихо. Сюда. Ах ты, ёб твою мать. Нет, подожди. А он тут бегает, сука. Давай. Вот тут, похоже, мы с ним и сразимся, да? Все, я взял, я сохраняюсь, короче. Как это делается? Так, сюда. Сюда, опа, загрузить. Опа, сохранить. Зашибись. Все, давай спустимся и дадим ему люлей, блядь. Как он меня раздражает. Сейчас я дробовик возьму, я тебя вижу. Ух, у меня два патрона для тебя. У меня два патрона для тебя в запасе. Сука, ебаный. А, все, да, кончились. Эй, блядь, кончились патроны. Все, это пиздец. Где он там? Ты чё за волшебник? Он опять испарился, какого хера? Это так не должно работать, не должно. Что это такое? Атлас. Блять, это так не должно работать абсолютно. Что за дичь? Это вставлять ключи, я понял. Давай вставим ключи, у нас первый кто был? Тор? Ключ Тора. No. Не подходит. Значит, он тот ключ Тора. Ага. Супер. На этом, я думаю, уровень закончится. Короче, надо побегать по всем этим. Эх. Она еще долго бегает. Но мы открыли не все. Получается ведь так. Зря я к нему спрыгнул, но он же меня бил, он же в меня стрелял. Так, туда залезли. Теперь мне нужно вот сюда. Наверное, да? Наверное. Нам теперь нужно забраться наверх из-за этого дурачка. Потому что я его не мог бы не убить. Вот мне бы аптечек кто дал. Дамоклас. Я сохраняюсь у Дамоклоса. Давай в пустой слот херач все. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Вижу мечи. Ебать. Ебать. Они висят надо мной везде. Так, везде висят мечи. Окей. Они нас в любой момент порешают. Ёпту мать, будем как будем канапешками, да? Ага, тут просто зайти и взять ключ. Хорошо, тут не сложно, тут не сложно. Сложнее будет выбежать отсюда. Зайти это полбеды, а вот выйти это целое... Целое приключение. Давай, короче, компас, ой. Нахер он мне нужен? Так, вот это... Вот это, сюда, пустой слот, давай. Ой. Короче, ну вас нахер. Опа, опа. Пробегаю.
Никто бы не догадался, что я так могу пробежать. Опа, 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 опа. Опа, идеально. Ёб твою мать, сохраняйся. Первый меня цепанул, а остальные нормально пролетели мимо меня. Есть, сохранились, супер. Кто у нас дальше открылся? Атлас. О, фига себе, вот этого я и не заметил. Все, у нас все 4 двери открыты. Отлично. Нептун. Вот Нептун на самом верху и Атлас у нас открылся. Так, получается. Мне нужно наверх. Подскажите, как попасть наверх? Вот так. Потом, наверное, Е. Наверное, Е. Вот так. Это у нас кто здесь? Тор. Нам надо выше Тора подняться. Какие они хитрожопые, да? Ты посмотри, блядь. Они сначала меня заставили вниз спускаться, а теперь заставляют вверх ползти. Так. Атлас и Нептун. Ну, мы это мы ключи потом все и применим. Сейчас-то нахера. Так, нам сюда. Вот как раз. Тихо. Молодец. Это кто? Атлас. Супер. Сохранись. Ой, как тяжело. Ой, как тяжело, блядь. Блядь, только не горилла. Ёб твою мать, только не горилла. Блядь, он меня сейчас убьет. Аптечек нет вообще. До этого раздавали их очень много. Сейчас все закончились. Ебать. Чуть косы не лишился. Аптечка. Ага, нам, короче, сюда нужно будет прыгнуть. Я понял. Так, я сохраняюсь, там горилла была. Сохраняемся, бежим наверх. Ну давай, ёб твою мать. Все, я стою, жду. Ага. Хорошо, тоже сохранимся. Не хочу тратить на это время. Я лучше сейчас сохранюсь, чем потом буду переигрывать опять этот раз. Согласись, согласись. Это нормально. Я делаю все правильно. Опа, ладно, не сюда. Я просто не терял надежды, что нам можно будет попасть туда. Так, опа сюда, там лежит ключ, мы выходим, отлично. Что это такое? Нет, тихо. Блин, у меня как-то так неудобно рука на столе лежит, что у меня перестаю я чувствовать руку. Кровь, поступай, пожалуйста, в руку, пожалуйста. Пожалуйста, делай все как положено. Работай. Так, все. Обезьянка чилит. Мы выходим. Я сохраняюсь. Так, время у нас еще есть. Загрузить. Вот сюда хуяк, сохранить. Теперь нам на самый верх. Это я уже научился. Это я уже научился. Так, оп, опа, вот так. Красиво. Теперь нам вот по той лесенке вверх. Оп. Опа, блядь. Не будем на это смотреть. Не будем на это смотреть. Мы сейчас загрузимся лучше. Зачем нам смотреть, как она летит и орёт? Что? Это что было? Вот, что это за звуки? Какая-то обезьяна вылезла. Так, есть. Вот мне можно оружие? Вот нахера я понабрал патроны для УЗИ, для Магнума? Мне вообще это в жизни не давали ни разу. Нахрена он мне нужен тогда? Так, тихо. Сохраняемся. Добежали, отлично. Уже, слушай, я уже соображаю, как карабкаться, как это все делать. Уже неплохо получается. Так, это кто? Это Нептун. Видишь, у него там что-то на голове. Мужики стоят, куда-то все тырят. А что вы все так куда-то смотрите?
Так, ладно, мужики, смотрите. А мне вниз, да? Ох, воу. Воу. Все нас прижимает, да? Так, тут нельзя пройти, окей, значит, всплываем. А всплыть нельзя. А, вот сюда. Так, давай. Рычаг, тяни. Что-то открылось. Видимо, внизу. Ага. Ключ. Лара, возьми ключ, а то мы умрем. Взяла ключ. А дальше куда? А дальше, блять, куда? О, да мы не успеем. Да мы не успеем. Да мы не успеем. Да мы не успеем. Не успеем. Как тебе хватило дыхания? А, нас вверх тянуло. Нас вверх... Как это я туда... Куда это я нажал? Что я могу посмотреть свой инвентарь? Я не понял. Вверх надо было нажать. А-а-а. Наследие. Так, ладно, пойдем. Я же сохранился? Сохранился. Значит, теперь нам нужно выйти. И в самый низ спуститься. А это... Очень долго. Ой, тихо! Там какие-то волки. А, опять львы. А там аптечка. Так, как нам взять аптечечку? Аптечечка бы нам не помешала. Так, я вот так беру. Оп, тихо. Не-не-не-не-не, не поднимайся. Я вроде бы научился же. Ага, вниз. Вот так. Супер. Аптечка где? Ниже. Аптечка ниже. Вот аптечка. Тихо. Блять, аптечка. Аптечка, мне нужна была аптечка. Сука. Теперь ты понимаешь, почему я сохраняюсь постоянно? Чтобы вот этого вот прикола не было. Опа, давай, оп, тихо. Ладно, хер с ним. Так. Опа. Есть аптечка. Там еще вижу. Над Амоглосом аптечка. Большая причем. Ах, вы суки, вы от меня будете все аптечки прятать? Я, во-первых, сохранюсь. А во-вторых, над Дамоглосом надо взять аптечку. Ёбаный рот. Да не скушаешь ты меня уже, все. Не, ну может ты меня и скушаешь, конечно, если захочется. Так, есть. Как нам бы туда попасть? Аккуратненько так, аккуратненько. Опа. Да не поднимайся. Я еще не соображаю, как это работает. Так. Оп, вниз. Потом, опа, туда. Ага. Потом мы такие вот так. Опа. Взял аптечку. Есть. Короче, есть смысл вообще пытаться забраться на всякие-всякие места. Но я не хочу тратить на это время, потому что это может быть бесполезная трата времени. Просто стреляй по ним. Ебать. О, нормально, живые. Учитывая, что мы херанулись, хер пойми с какой высоты, мы еще живые остались. Так, сохраняемся. Можно было использовать большую аптечку, но использовал маленькую. Ладно, хер с ним. Как бы все нормально, все хорошо. Блин, надеюсь, что качество видео будет нормально, а то меня что-то оно как-то напрягает. Потому что все должно быть как? Как должно быть? Все должно быть нормально. Давай, мы быстренько все это делаем.
и выходим отсюда. И я надеюсь, что на этом миссия закончится, потому что это реально получилось долго. Так, вот этот теперь. Давай, а потом последний. Ну, вот это защита. О, мы можем двигаться в это время. Вот это я понимаю, защита. 4 замка, ни хрена себе. Какой хер кто взломает? Это как Грэнни, блядь. Все, спасибо. Завершаем уровень. 10 предметов. Ни одного секрета. Выстрелы вообще в никуда. Убито 21. О, ладно. Фух, ну нормально, слушай. Уже получилось сообразить, получилось все сделать. Давай сохранимся. На этом. Даже вот туда наверх. Да, вот сюда. На этом мы закончим. Тут, я так понимаю, где-то по 4 на локацию. И заканчивается вообще игра. И начинается дополнение. Поэтому закончим на этом. Уже и так вышло где-то больше 40 минут. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал. Оставляй лайк и комментарий. Делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего доброго.